Тяньму настояли, чтобы вы отдали 100 тысяч таэлей золотом, уступили Эрчен часть города Сюань-Юэ в качестве подарков на помолвку? Эрчен бесплоден и малонаселен. Я отдам его. Это не повредит. Как отдадите? Эрчен является частью города Сюань-Юэ. Это неразумно. Это бессовестно. Тогда говори. Что мне делать? Нельзя уступать. Когда город Тяньму был у власти, смотрел свысока на другие города. Ты посмеешь выразить эти мысли перед послами города Тяньму? Почему бы и нет? Тяньму – ничто. Даже если бы они были героями, они не могут быть на коне всегда. Если бы сейчас они были сильны, они бы не снизошли до объединения с Сюань-Юэ путем брака. Вы нуждаетесь в них, они нуждаются в вас. Когда два города дружат, не будьте самонадеянными. Не надо восхвалять других. И позориться самим. Эй, женщина. Ты и правда экстраординарная. Мне любопытно. Что творится в твоей маленькой головке? Ваше сиятельство... Яуху! Ваше сиятельство... По какому делу? Княжна Цимэн из города Тяньму вошла во дворец. Попроси слуг переодеть Санмэй. Пойдешь со мной. Встретиться с послами города Тяньму.